Доброе утро! Меня зовут Татьяна, и я ваш фитнес-тренер. Пришло время зарядки на канале Саратов 24. Все за мной! Друзья, сегодня мы с вами поработаем на нижнюю часть корпуса, сделаем с вами выпады на спину и бицепс. Для этого нам будут нужны гантели или другие утяжелители, которые у вас есть дома. Сначала у нас, как всегда, разминка. Вставайте обе стопы, ставьте на ширину таза, сделаем вдох, выдох, круг плечами назад и ставим стопы чуть шире таза, разведя носки врозь. Будем делать наклон, направляя правую руку к левой стопе, оставляя прямую спину и прямую ногу. В диагональ таз оставляете на месте, делая наклоны, касаясь попеременно рукой пола. Сделайте то же самое двумя руками к стопе. Если вам тяжело делать это с прямыми ногами, делайте согнутой ногой, но по возможности с прямой спиной. Еще один раз. Хорошо, ставьте обе ноги вместе, сделайте вдох, потянитесь двумя руками высоко вверх и круг плечами назад. Нам понадобится всего одна гантеля. Берите ее, ставьте стопы на ширину таза, сделайте круг плечами назад. Мы будем делать наклон, чуть согнутые колени, прямая спина, направляя гантелю перед собой до уровня глаз и возвращаясь в исходное положение. С выдохом и возвращайтесь вверх. Прямая спина, гантелю или до уровня глаз доводите, или чуть выше. Хорошо, вес вы можете контролировать сами. У нас впереди еще два раза. Постарайтесь при этом плечи направлять максимально вниз. Один раз также. Хорошо, сделайте круг плечами назад, оставляя гантель в руках. Попеременно делаем выпад. И сгибаем руки в локтях, направляя гантелю на линию груди. С выдохом вырастаем. Ставьте ногу на носок, направляя колено в пол. Сгибаете руки в локтях. Локти оставляйте близко к талии. Постарайтесь пяткой передней ноги выталкивать себя в исходное положение. Хорошо, сделаем так еще 4 раза. Заключительный. Хорошо, кладите гантелю на пол. Небольшой стретч, сначала бицепс, ладонь назад, большие пальцы разверните. Любая нога к себе, тяните ягодицу, заднюю поверхность бедра. Хорошо, и обе руки направьте вперед. Раскройте лопатки, сильно тянитесь вперед руками, круглой спиной назад. Сделайте вдох, выдох, круговое движение плечами. Хорошо, на этом все, наша зарядка закончена. Всем хорошего дня! Я помню его.
Доброе утро! В эфире рубрика «Афоризмы», в которой вы можете узнать о популярных крылатых выражениях, идиомах и фразеологизмах. Небезызвестным выражением является «горе луковое». Так обращаются к непутевым людям, которые вызывают чувство сострадания, или к рассеянным, у которых что-то не получается. Эх, горе луковое, когда же ты готовить научишься? Мы нашли три версии происхождения данного фразеологизма. Смысл первой версии заключается в том, что русский народ всегда был очень суеверным, и раньше было поверье, чтобы родился мальчик, нужно есть много лука. Но, как ни странно, сколько бы женщина ни ела лука, у нее могла родиться и девочка. Поэтому расстроенный глава семьи называл свое дитя горем луковым. Дело в том, что тогда мальчиков в семьях ждали больше, так как с девочками было много хлопот. Их нужно было выдавать замуж, готовить им приданное. Вторая версия уходит корнями во времена правления Василия II Темного. Его правой рукой был Осип Луков. Став фаворитом князя, Осип вызвал лютую ненависть у стрелецкого тысячника Якова. Обманом и хитростью он заставил Осипа убить собственную жену. Но вскоре его ждал новый удар судьбы. От неизвестной болезни скончался его отец. Однако юноше явился дух покойного, сообщивший, что в его смерти виноваты мать и родной брат. Обезумевший Осип Луков расправился также и с ними. Спустя много времени он вновь женился, и у него родились три дочери, между которыми он разделил свое княжество. А они после этого выгнали своего старого отца. Ну а третья версия связана непосредственно с самим луком. Когда мы его режем, у нас действительно появляются слезы. В связи с этим и мог образоваться фразеологизм, обозначающий пустяковую ситуацию, из-за которой можно расстроиться. Смотрите каждое утро нашу рубрику и узнавайте для себя что-то новое. Я, конечно, понимаю, что давайте вас обнимаем.
Всем доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат, отвечаю на сложные вопросы вашей жизни. Сегодня, как и всегда, я вас познакомлю с гороскопом на целый день сегодняшний и отвечу на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, пожалуйста, свои вопросы, и я найду для вас интересное решение. Итак, что сегодня нам приготовили звезды? Овен. Очень тяжелый день на работе. Сложно договориться, раздражительность достигла пика. Будьте внимательны, ваши слова могут перевернуть и использовать против вас. Телец. Сегодня удачный день для поездок и переговоров. Работайте с удовольствием. Однако, если вы остались дома, то бытовые дела сегодня не спорятся. Близнецы. Не самый лучший день для планирования поездок. Возможны эмоциональные срывы и недопонимания в семье. Рак. Сегодня вы можете столкнуться с хаосом в семейной жизни. Вы можете придумать себе то, чего на самом деле нет. Лев. Ждите поддержки ваших идей от начальства. Однако не планируйте новых начинаний сегодня. Дева. Ваше умение подмечать детали и сухой реализм сегодня помогут начать новый проект. Весы. В любовных делах могут ожидать яркие переживания, интересные встречи, необычный поворот событий. Скорпион. Вас сопровождают силы воли, изобретательность, возможность выделиться и поддержка руководства. Будьте внимательны, конкуренты вас видят. Стрелец. Посвятите себя домашним обязанностям. Ваши близкие будут вам благодарны. Если нет возможности сделать это днем, сходите вечером в кино или ресторан все вместе. Козерог. Сегодня на вашу активность большое влияние оказывают эмоции и общее самочувствие. Лучше не перегружаться и не начинать прием лекарственных препаратов. Водолей. Сегодня самый лучший день на этой неделе для проявления себя. Будьте яркими, нестандартными, подойдите к решению вопросов с юмором и творчеством. Рыбы. Сегодня будьте внимательны. Вы можете позволить себе придумать то, чего нет на самом деле. Проверяйте информацию. К нам в редакцию приходит большое количество писем. Давайте посмотрим одну из них. Вопрос анонимный. Когда у меня появится первенец? Вопрос, конечно, очень интересный. Я сейчас посмотрела вашу ситуацию, девушка. Ситуация такая. Ограничений каких-то по поводу детей у вас в карте нет, изначально не заложено. Это значит, что в дальнейшем проблем у вас с решением этого вопроса не будет. Сейчас у вас очень хороший идет период. У вас большая любовь взаимная в жизни. Она началась недавно. Будет ярко развиваться. У вас все шансы для того, чтобы реализовать то, что вы хотите сейчас. Если вы сейчас еще не в положении, ну, не начали решать этот свой вопрос, могу дать как астролог вам рекомендацию. Пока не торопиться, потому что в прошлом году у вас наступил период переосмысления своей собственной жизни, и в этот момент достаточно сложно еще что-то параллельно делать. Спасибо за вопрос. Right.
особенно маме, это, ей на 8 марта. Передаем всем нашим привет, всему Октябрьскому району. Вот, передаем нашим всем друзьям привет, мы их любим. А я еще передаю привет своей маме, которую я очень сильно люблю, и поздравляю с 8 марта. Привет, передаем привет своей бабушке, Гагулиной Марии Александровне. Мы тебя поздравляем с прошедшим праздником. Любимой сестренке, крестной нашей маме, Дроздовой Галечке. Очень вас любим. Всего-всего вам самого хорошего. Мы вас очень безумно любим. Желаем вам всего-всего в эту жизнь. Только яркого и счастливого. Всем привет! Хочу передать привет своей папе, маме и всем остальным родственникам, которые смотрят меня. Я передаю привет всем всему городу Саратову, своим любимым друзьям и, конечно, любимому коллективу Музея занимательных наук Эйнштейна. Всем привет! Мы хотим передать нашему папе и сыну большой привет. Он сейчас от нас очень-очень далеко служит. Он у нас военный, мы его очень-очень любим и ждем. Скажи «папа» и помаши ему «привет». Конец зимы, начало весны – это такое время, когда кататься на лыжах и коньках уже поздно, а доставать из кладовки ролики и скейтборд еще рано. Поэтому остается только один вариант – взять в руки велосипед. Сегодня программа «Афиша» отправилась на мероприятие под названием «Айсбайк», чтобы проверить, чем отличается езда на велосипеде зимой и летом. Поехали!
Вся суть мероприятия заключается в его названии Ice Bike, что в переводе с английского «велосипед на льду». Такой вид досуга достаточно специфичный. Велосипед на льду – это еще опаснее, чем коньки. Вероятность в один момент упасть колеблется от 99 до 100%. Зато открываются дополнительные возможности, например, буксировка на льду или по-другому – дрифт. Вот так вот можно! Кто-то без лыж не может и летом, поэтому катается на лыжероллерной трассе, а кто-то не может зимой без велосипеда, поэтому они сегодня с нами. Лишь некоторые участники были подготовлены к такому ледовому побоищу. У них шипованные шины. Остальные же чистой воды экстремалы и фанаты велосипедного спорта. Они выработали свою технику, как устоять на колесах и не вернуться домой в синяках. На льду надо очень аккуратно себя вести. Передние тормоза вообще желательно лучше не использовать. Переднее колесо сразу уходит в сторону. Ну и также риск упасть очень велик. Нужно постараться не падать на локоть, на руку, на ладонь. То есть, ну, как-то группироваться, чтобы, так сказать, упасть на мягкую часть тела. С полной уверенностью айсбайк можно назвать мероприятием зрелищным. Кроме присущего всем спортивным состязаниям азарта, зрители еще и вдохновлялись на подвиги, чтобы в следующем году и самим встать на колеса. Да мы, в принципе, тоже бы хотели бы вот так вот выехать, поездить, но вот пешком. Пришли. Пока. Пока, да. Я вообще на двух колесах не умею ездить. Даже я бы сразу упал. Я зимой вообще пока не катаюсь. Но планирую. Планирую в следующем году принять участие в этом соревновании. Я даже кататься не умею. Всю жизнь хотела, но вот как-то. Поэтому приходится наблюдать. Да. Наблюдать у меня лучше получается. Попробовав прокатиться, программа «Афиша» уверяет вас, это не так просто, как кажется. Руль то и дело норовит вынырнуть из-под рук, а колеса совершенно не слушаются. Но самое сложное – аккуратно слезть с велосипеда. Как ощущения? Ощущения вообще огонь, я думал, я умру. Пожалуй, в этом и заключается удовольствие от зимнего катания на велосипеде. Вроде бы дело привычное, но как-то более экстремально получается. Это мероприятие проходит 26 января, 23 января, 24 января.
Приключения Ам-няма. Путешествие во времени. Пришедший городок, у которого
Доброго утра всем ревностным собирателям хорошей литературы. Желаю я, Маша Карманова. Сегодня новое утро и новая книга, которую просто непременно нужно иметь в вашей домашней библиотеке. «Детский мир» — это сборник рассказов известных российских авторов, а его составителем значится не менее известный и не менее российский автор Дмитрий Быков. Не сомневаюсь, что многие из этих произведений очень скоро можно будет найти в школьной программе по литературе. Ну а имена этих авторов должен знать каждый культурный современник. Виктор Пелевин, Людмила Петрушевская, Татьяна Толстая, Михаил Веллер, Людмила Улицкая, Василий Аксенов, Захар Прилепин и многие-многие другие. За подбор авторов и тематики отдельное спасибо нужно сказать Дмитрию Быкову. Кстати, к теме детства у него особое отношение. Для него она вовсе не розово-умилительная и простая. От такого восприятия он предостерегает с первых страниц, предлагая поставить книгу обратно на полку всем, кто думает, что детство – это такое райское время, в которое было бы неплохо вернуться. Нет, детство – это время самого сложного становления человеческой личности, время первых искушений и заблуждений, первой любви и первой трагедии. Детство – это время, когда человек воспринимает все всерьез и в полный рост. Доказывая свое убеждение на примерах мировой литературы, Быков уверен, книги для детей должны быть серьезными и трагическими, чтобы маленький человек мог пережить все впервые. Но сборник «Детский мир» – это, конечно, не книга для чтения детям взрослыми. Это, безусловно, книга для взрослых, которые хорошо помнят себя в детстве и умеют возвращаться к своему прежнему опыту, чтобы его переосмыслить. Сборник делится на две части – о других и о себе, то есть рассказы художественные и автобиографические. Хотя деление это весьма условное, ведь художник всегда изображает себя. Кстати, с авторами этих рассказов встречаемся на страницах и мы. Вот неуемная девочка Таня Толстая воюет с няней, а вот странный мальчик смотрит на кирпичную стену и думает о ней. Это Витя Пелевин. Вот Люда Петрушевская, долговязая отличница, которая из чувства противоречия не идет на свое первое свидание. Или ее тезка Люда Улицкая неприступно поднимает подбородок, когда ее во дворе называют еврейкой. Масштаб признания не столь важен, ведь каждое детское воспоминание ценно, и этой ценностью проникаешь. Люди, прожившие детство всерьез и с открытыми глазами, выходят в жизнь готовыми. После этого с нами ничего не сделаешь, пишет сам составитель Дмитрий Быков. Читайте о детях, читайте детям и вообще читайте больше. К этому призываю вас я, Маша Карманова. Смотрите мою рубрику «Каждое утро» в проекте «Автопилот» на канале «Саратов 24». Снег, который 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 сн
Доброе утро! В эфире рубрика «Афоризмы», в которой вы можете узнать о популярных крылатых выражениях, идиомах и фразеологизмах. Небезызвестным выражением является «горе луковое». Так обращаются к непутевым людям, которые вызывают чувство сострадания, или к рассеянным, у которых что-то не получается. Эх, горе луковое, когда же ты готовить научишься? Мы нашли три версии происхождения данного фразеологизма. Смысл первой версии заключается в том, что русский народ всегда был очень суеверным, и раньше было поверье, чтобы родился мальчик, нужно есть много лука. Но, как ни странно, сколько бы женщина ни ела лука, у нее могла родиться и девочка. Поэтому расстроенный глава семьи называл свое дитя горем луковым. Дело в том, что тогда мальчиков в семьях ждали больше, так как с девочками было много хлопот. Их нужно было выдавать замуж, готовить им приданное. Вторая версия уходит корнями во времена правления Василия II Темного. Его правой рукой был Осип Луков. Став фаворитом князя, Осип вызвал лютую ненависть у стрелецкого тысячника Якова. Обманом и хитростью он заставил Осипа убить собственную жену. Но вскоре его ждал новый удар судьбы. От неизвестной болезни скончался его отец. Однако юноше явился дух покойного, сообщивший, что в его смерти виноваты мать и родной брат. Обезумевший Осип Луков расправился также и с ними. Спустя много времени он вновь женился, и у него родились три дочери, между которыми он разделил свое княжество. А они после этого выгнали своего старого отца. Ну а третья версия связана непосредственно с самим луком. Когда мы его режем, у нас действительно появляются слезы. В связи с этим и мог образоваться фразеологизм, обозначающий пустяковую ситуацию, за которой можно расстроиться. Смотрите каждое утро нашу рубрику и узнавайте для себя что-то новое. Всем доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат, отвечаю на сложные вопросы вашей жизни. Сегодня, как и всегда, я вас познакомлю с гороскопом на целый день сегодняшний и отвечу на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, пожалуйста, свои вопросы, и я найду для вас интересное решение. Итак, что сегодня нам приготовили звезды?
Овен. Очень тяжелый день на работе. Сложно договориться, раздражительность достигла пика. Будьте внимательны, ваши слова могут перевернуть и использовать против вас. Телец. Сегодня удачный день для поездок и переговоров. Работайте с удовольствием. Однако, если вы остались дома, то бытовые дела сегодня не спорятся. Близнецы. Не самый лучший день для планирования поездок. Возможны эмоциональные срывы и недопонимания в семье. Рак. Сегодня вы можете столкнуться с хаосом в семейной жизни. Вы можете придумать себе то, чего на самом деле нет. Лев. Ждите поддержки ваших идей от начальства. Однако не планируйте новых начинаний сегодня. Дева. Ваше умение подмечать детали и сухой реализм сегодня помогут начать новый проект. Весы. В любовных делах могут ожидать яркие переживания, интересные встречи, необычный поворот событий. Скорпион. Вас сопровождают силы воли, изобретательность, возможность выделиться и поддержка руководства. Будьте внимательны, конкуренты вас видят. Стрелец. Посвятите себя домашним обязанностям. Ваши близкие будут вам благодарны. Если нет возможности сделать это днем, сходите вечером в кино или ресторан все вместе. Козерог. Сегодня на вашу активность большое влияние оказывают эмоции и общее самочувствие. Лучше не перегружаться и не начинать прием лекарственных препаратов. Водолей. Сегодня самый лучший день на этой неделе для проявления себя. Будьте яркими, нестандартными, подойдите к решению вопросов с юмором и творчеством. Рыбы. Сегодня будьте внимательны. Вы можете позволить себе придумать то, чего нет на самом деле. Проверяйте информацию. К нам в редакцию приходит большое количество писем. Давайте посмотрим одну из них. Вопрос анонимный. Когда у меня появится первенец? Вопрос, конечно, очень интересный. Я сейчас посмотрела вашу ситуацию, девушка. Ситуация такая. Ограничений каких-то по поводу детей у вас в карте нет, изначально не заложено. Это значит, что в дальнейшем проблем у вас с решением этого вопроса не будет. Сейчас у вас очень хороший идет период. У вас большая любовь взаимная в жизни. Она началась недавно. Будет ярко развиваться. У вас все шансы для того, чтобы реализовать то, что вы хотите сейчас. Если вы сейчас еще не в положении, ну, не начали решать этот свой вопрос, могу дать как астролог вам рекомендацию. Пока не торопиться, потому что в прошлом году у вас наступил период переосмысления своей собственной жизни, и в этот момент достаточно сложно еще что-то параллельно делать. Спасибо за вопрос. Thank you.
В Европе есть столько много праздников, которые кажутся нам необычными. Например, шотландский праздник Апхелио, самый большой фестиваль огня в Европе. Или испанский Томатино, международный бой томатами, который, между прочим, привлекает очень много туристов. Ну а какие необычные праздники знают жители Саратова, спросим у них. Хэллоуин. Достаточно необычный праздник, поклоняться тому, что... чему, собственно, не принято поклоняться. Как есть? Говорят, есть праздник голубого слона. Праздник голубого слона, да? Да. Ну, а когда он, вы знаете? Я, к сожалению, не помню, я вот почитала. Но мы будем с ним отмечать тогда, с слоном. Вчера был, по-моему, день почки. Да. День почки? Да, день кукольника. День почки был. Отмечать день почки. Жалеете его? Хороший вопрос. Завернулся в теплый пуховичок какой-нибудь, пить кофе. А сегодня Всемирный день сна. Я его отметил и поспал на минут 5 дальше. А может, вы какие-нибудь необычные праздники любите отмечать? Да, свое день рождения. Это обычный праздник. Я родилась. Таких, как ты, больше нет, да. По-моему, когда-то в апреле там... Нет, вообще у медиков есть такая фишка, но она как бы отмечается после окончания университета. Они разрисовывают свои белые халаты, берут тазы и катаются на тазах. Да, это будущие мы. Заставали? Нет. Обычно это делается. Мы закончим университет, мы будем это делать. Мы заснимем, мы вам пришлем. Честь святого Патрика, покровителя Ирландии. А что обычно в этот праздник делают? Ну, смотря где. Вообще должны проводиться парады, но не думаю, что они очень у нас популярны. Но это все люди любят этот праздник, потому что можно почувствовать себя немного частью ирландской культуры и отпраздновать со всем миром. Старый Новый год. А все-таки. Ну, все-таки Ленин перевел на новое время. И зачем праздновать Старый Новый год? Ну, это русский народ, в принципе. Русские люди. Чем больше праздников, тем лучше. Они необычные, пока не начинаешь разбираться в их истории. А потом они кажутся вполне уже закономерными. День Святого Патрика, Хэллоуин и даже Старый Новый год. Вот такие праздники саратовцы считают необычными. Смотрите наши опросы в утреннем шоу «Автопилот» на канале «Саратов-24». А если вы не застали нашу съемочную группу во время опросов, а попасть на телеэкран вам все равно хочется, то для вас мы установили видеобудку на первом этаже торгового центра «Манеж». Здесь вы можете передать приветы и поздравления своим близким и просто жителям города. Для этого нужно зайти в видеобудку, записать свое видеообращение и искать себя на канале «Саратов-24». Это праздник, который может быть любой. Я считаю, что
«Доброе утро». Сначала она шокировала зрителей подростковыми драмами «Девочки и все умрут, а я останусь», потом добила их сериалом «Школа». Рассказала о жизни 30-летних в кратком курсе «Счастливой жизни», а теперь сняла историю о настоящем художнике. Да, речь идет об одном из самых известных российских режиссеров некоммерческого кино Валерии Гай-Германике и ее новой картине «Да и да». Кстати, в прошлом году эта лента взяла «Серебряного Георгия» на Международном московском кинофестивале за лучшую режиссерскую работу. Слоган этой ленты как нельзя лучше описывает Германику как режиссера. Скандалистка и бунтарка выбрала для новой картины, которая, кстати, о любви, слоган «В ад с закрытыми глазами». Он – начинающий современный художник по имени Коля Сергеев, но так настоящих художников звать не могут, поэтому его псевдоним – Антонин. Она – начинающая школьная учительница Саша. Случайное сближение кладет начало горячей и короткой любви, но некрасивая случайность заставляет их расстаться. Однажды, увидев мир глазами любимого, Саша вернулась в свой прежний мир художницей. Теперь она не может избавиться от нового зрения и дара живописца. Ее мучает непрошенная память о несостоявшейся любви. Осенью 2014 года Валерия Гай-Германика приезжала на закрытие «Саратовских страданий». Там она должна была показать «Да и да». Но так как в картине присутствует ненормативная лексика, с большого экрана, согласно новому закону, ее показывать было нельзя. А переозвучивать мат Германика отказалась, сославшись на то, что тогда кино будет уже не ее. Сейчас «Да и да» можно смотреть лицам от 18 и старше. Оно и понятно, ведь кроме ненормативной лексики в фильме есть несколько постельных сцен. Многие кинокритики сходятся на том, что этот фильм запредельный, а рассказанную историю любви трудно описать словами. Ее нужно просто увидеть. И пусть картина местами несовершенна, с чувствами же тоже так бывает. В общем, я не знаю, воспылаете ли вы к «Да и да» любовью или ненавистью, но посмотреть ленту все же стоит, хотя бы потому, что ее сняла Валерия Гай-Германика. Увидимся с вами завтра в кинорубрике «Смотрите хорошие фильмы». Это рубрика «Правила жизни». Меня зовут Ирина Пегусова. И сегодня наши вопросы отвечает Игорь Вадимович Петелин, руководитель Федерации фехтования Саратовской области.
Игорь Петелин, преподаватель Федерации фехтования Саратовской области, тренер высшей категории, заслуженный работник физической культуры и спорта, доцент кафедры физического воспитания СГУ имени Чернышевского. Продолжите фразу «Я могу гордиться собой, потому что…» Потому что я достиг определенных успехов в своей жизни. Что вы любите смотреть по телевизору? Спорт. Что вы будете делать в последний день перед концом света? Да лучше не думать об этом. Продолжите фразу. Из чего складывается ваш идеальный день? Ну, идеальный день складывается с хорошего настроения, любви к жене, к детям. Продолжите фразу. Больше всего в людях я не люблю. Врать. Не люблю. У кого вы спрашиваете совета? Раньше спрашивал у мамы. Сейчас уже я взрослый человек. Какой один главный совет вы даете своему ребенку? Чтобы был послушным и защитником своей родины. Продолжите фразу. Лучший отдых для меня. Рыбалка. Что неизменно может поднять вам настроение? Ну, хорошее настроение с любимой женой. И последний вопрос. Что вдохновляет вас на подвиги? На подвиги вдохновляет меня, ну, на подвиги меня вдохновляет, ну, хорошее, опять же, отношение к своей работе, к тому, что я стремлюсь дать пользу своим детям, близким, студентам, там, где я работаю. Смотрите нашу рубрику «Правила жизни» каждое утро в программе «Автопилот». Yeah.
Приключения Ам-няма. Путешествие во времени. Всем привет и доброе утро! Здесь Павел Лыженков и Наташа Ростова, ведущие радиостанции Юмор-ФМ Саратов. Друзья, знаете, хорошее настроение – штука очень непостоянная. То неизвестно откуда придет к вам, то вдруг внезапно убежит. И вот чтобы оно, это хорошее настроение, приходило к вам в гости почаще – анекдот. Встречаются как-то две блондинки. Одна другой и говорит: «Привет! Я сделала себе тест на интеллект!» О, «Ну и как результат?» «Все отлично! Результат отрицательный!» И все-таки анекдот – штука хорошая. А еще больше шуток и песен слушайте в эфире радиостанции «Юмор-ФМ Саратов».